Всем привет, с вами я, YouTube, с вами Женя Лизагуб, и сегодня мы снимаем бэкстейдж на съемке. Сегодня мы будем вылезать из понч, из мишек и делать пончиками глаза. Поехали! Всем привет, YouTube, с вами Женя Лизагуб, и сегодня мы снимаем первый клип в моей жизни и первый клип в моей жизни у моих друзей. Получается, у нашей команды МЖМ. Ну, как вы уже знаете, Женя Загуб, Фросяк и Давид. Вот. В общем, я думаю, сегодня будет очень хорошо. Я думаю, мы классно поработаем, и все будет супер. Поэтому приятного вам просмотра. Берите свои вкусняшки и let's go. Короче, сейчас идем показывать локации нашим подписчикам. Вы что, увидите их первыми? Ну ладно, let's go. Первая локация. Закрыто. Вторая локация закрыта. Третья локация закрыта. Ладно, ребят, первая наша локация. Поехали. Вот смотри, бро, мы отсюда хотели, вот сюда камеру поставить. Не, вот отсюда вот так и наверх. И смотри, я типа вот так буду петь. Покажи мне, Люб, грамотно. И типа, и еще вот здесь типа понял, типа я крутой, я могу на раковине сидеть. Покажи мне, любовь, детка, ты же знал. Все, идем. Аккуратно, сейчас стреляю, уходите. Видно так? Да. Реально? Вот это, короче, локация мне очень нравится, и вы вот так будете делать. Покажи мне любовь. Вот это тоже прикольно. Здесь мне нравится, если я этого любимого глаза, и что ты вот так делаешь. Фу, какой я ужас здесь. Ты мне не нравишься. Это карандаши. Да. Ну ты вообще-то не похож на рэпера. Ты даже не Скали Милана. А ты кто вообще? Я просто Женя Лизагуб. Это ты себя строишь какого-то. Это что, конфликт? Это конфликт? Продолжение в ВК-сообществе. Подписывайся. Сейчас. Все, вроде отыграли. О, Филипп Киркоров у меня. Чё ты ржёшь? Чё ты ржёшь? Ему не понравилось, он меня булит. То есть он... Ему не нравится мой стиль? Лизу снимает, она пишет классная работа, тему урока, поворачивает и говорит, как мы эту сцену заканчиваем. Приходишь сюда, снимаешь ребят. Тема урока скам. Сделай, повернусь, ты вот так двигаешь. Скам. Ну, раз, два. Сразу, да? Сразу? Не, не то, что сразу, что ты головой туда-сюда меня раз. Нет. О, на них. Да, ты просто сейчас немного раз туда. Давай, we're looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put on work, no fly to mirror. Очень тяжело. Особенно с такими детьми. Детдом. Чего она там чешет? Всех детдом. Всех детдом. Вот чего быстро? Мы лучше ученики сидим тихо. Не болтаем. Тоже не нашлась тут ученика. Там же большая перемена. Там пончики раздают. Все, ты снес? Угу. На сегодня? Ужасный урок, отвратительный. Мне не понравилось, я увольняюсь. Да ладно. Ужасно. Директор просил тебя остаться. Директор? Да. Кто директор? А в желтой кофточке ходит, сборочник такая. Шамиль Галямов? Да, говорит, остайтесь, пожалуйста. Это трудовик. Не забывай своих учителей, на первой жестогневке им налей. Сейчас покажу вам локацию следующую. Любимая Хросина, излюбленная. Метро. Камеру смотрю вообще. Снег течет. Сейчас понесу. У меня штаны, это просто... Просто убрать из комнаты Жанни Лизагуб.
же знаешь, ты со мной лишь на ночь. Ты же понимаешь, я не буду с собой. Да, да, я с тобой, но я буду с тобой. Если это любовь, покажи мне любовь. Детка, ты же знаешь, ты со мной лишь на ночь. Ты же понимаешь, я не буду с собой. Да, да, я с тобой, но я буду с тобой. Если это любовь, бо-бо-бо-бо-бо. Если это любовь. Кстати, ребята, прямо сейчас спускаемся в комментарии и пишем, кто вам больше всего понравился в нашем клипе. Так сказать, go, выберем топ-3 танцора. А если вы еще не посмотрели каким-то образом, прямо сейчас спускаемся вниз. Там будет ссылка в описании. Тыкаем, смотрим, ставим лайк и комментируем. Ну или здесь будет подсказка. А мы продолжим. Камон, если вы не верите, что мы можем позволить себе снять клип за 12 миллионов и снять какой-то вагон за 5, мы арендовали полностью вагон в метро. Откуда бабки? Тебе продюсер дал, а тебе родители стопудово. Ну, мне 12, как думаешь, что мне дал бабки? Конечно, родители. Сколько? 12 лет? Да. И ты зарабатываешь там? Ну, да. И сколько, вот, ну, примерно, если не секрет? Порядка 500 тысяч, ну, не меньше. 500 тысяч в месяц? Да, бро, просто покой... спроси, бро, просто спроси, сколько стоит почему? Я угораю. Ну, сколько... Мне не верится, сколько вот стоит, ну, давай, сколько бусы вот эти стоят? Не знаю, так это, ну, джемчуг просто, джемчуг. В сумме 1040. А вот эта майка на майке, это что такое? Ну, это дизайнерская штучка, она стоит, ну, порядка тоже, как джемчуг, ну, типа, 1060. Ремень? Порядка 1 200 000. А че ты смеешься? Он врет? Там 1 200 000. Прось, подожди. Вот Давид говорит, что у него это стоит ремень 1 200 000. Да, это я ему дарила. За 1 200 000? Вообще-то 1 200 000. Жень, давай, если угадай, сколько стоит этот ремень, реально скажи. 1 200 000, 1 100 000. Лям почти 300, лям 299. Ладно, дальше. Че за штаны? Штаны это Moncler, дизайнерские, типа, на заказ сделали с Италии. Ну, порядка 600 тысяч. На это? А кроссовки, ну, Джордан 1050. Лоховские? Ну, обычные Джордан. Давид, мы узнали, что тебе 12... Вот я реально не верю, что тебе 12 лет. Ну, просто вот для 12 лет, вот это что за... Ну, бро, я занимаюсь спортом, американское питание, всякие там... Ну, это капец, короче, ты какой-то гибрид. А тебе сколько лет? А об этом вы узнаете у меня в сообществе ВК, называется «Спросяк», переходите по ссылочке ниже. Всем привет, с вами я, Давид Туров, и сейчас я снимаю клип на свой трек «Покажи мне». Сейчас у нас будет локация с мишками, а также с пончиками, потому что я люблю Егора Крида. Я должен столкнуть Мишу, как говорит. Да, смотри. Не ругайся, сын, Господь слышит нас. Иисус! Что? Нас раскрыли! Сваливаем! Кстати, ребят, туториал, как делать волну. Вот сейчас без рофла, смотрите. Выпрямляем ручку. Первое, сжимаем пальчики. Поехали. И раз. Дальше уточка, два. Запомнили? Еще раз. И раз, два. Супер, дальше у нас идет кисть. Бум! Поехали. Раз, два, бум. Пробуем плавно. Бум! Вот, уже волна ручкой. Поехали еще раз. Раз, два, бум. Это точки. Делаем поток. Бум. Дальше, вот мы сделали. Раз, два, бум. Локоть смотрит вверх. Пам. Замечательно. И плечо. Сюда, на базу. Пум, в себя. И если соединить. Бум. Это я надеюсь, вы научились. Это... Давайте посмотрим. Да сейчас я скажу. Тварь. Давайте посмотрим. Давайте попросим, спросим у Фроси, получилось? Посмотрим. Ну, потренироваться и будет нормально. Спасибо. Запаштил, конечно. Ну смотри, как он сделать. Надо забежать. Ты стоишь, и Давид, ты типа... Бум. Просто да, более расслаблен. Шу, и понесла. Любовь, смотри, любовь. Давай ждем 2 секунды. Любовь. Раз, два.
Стоите до 17 лет. Нет, вы меня просто отпускаете 17 лет. Просто если упадешь на карту. Да пофиг, пусть падает. Ты ему так стоял, что ли? Плюшками балуемся. Хорош, нифига. Девочки, скажите сейчас. Да и такой, ты такой красивый, можно с тобой познакомиться. Просто хором. Давайте раз, два. Да ты такой красивый, можно с тобой познакомиться? Девочки, если вы хотите со мной познакомиться, то напишите мне в ВК, Давид Туров. Подпишитесь на мой паблик. Также подпишитесь на все мои соцсети. Соксети, он сказал. Слышал? Соксети. Савин, вот эту штуку не роняй. Ну что, ребят, первая травма на нашем клипе. У меня, короче, все, палец, мы едем в травмпункт, потом доснимем. Вот, ну, короче, нормик. Я случайно когда упала, я же не отдавила ногу. Вот, и там сейчас кровь. А че снимаем-то? Че снимаем-то? Что снимаем? Я никому об этом не говорила, но эта татуировка набита в честь Жени. Он как-то ляпнул эту фразу, и я ее набила. А это Женя. Он похож на лягушку, жирный. Все прикольно, такой, дать ему сделать. Раз, два, бум, да, мы команда, бум. И такой, погнали. Два, снимай. Лизагубенко, все вам вылечит, все будет с кайфом. Все приходите, все вам вылежит, все вам вылечит. Вычистит. Да постой на все накажи мне любовь, детка, ты же знаешь. Ты со мной лишь на ночь, ты же понимаешь. Я не буду с собой, когда я с тобой, но я буду с тобой, если это любовь. Это первая моя такая большая съемка. Мне безумно нравится вообще все, что тут происходит. Очень классные ребята. Давид, Женя просто заряжают энергией. Короче, обалденная съемка. Еще посмотрите, как я выгляжу. А мне нравится, когда красавицы раздеваются. Это он про меня. Короче, когда ты только начинаешь работать, ты можешь распылять свою энергию, в плане чего? Я могу с тем пообщаться, с тем, с другим поугарать, и в клипе поугарать. А сейчас, если, то есть, мы не снимаем, я уже не угораю. Я типа вот сел, мне нужно быть одному, и все, я коплю, а потом только врубается камера, и такой, и все. Такая тема. Анекдот. Идет как-то слон по лесу, встречает колобка. Слон на него наступает и такой: блин! Давид подарил мне крем для ухода, а я так и не ушла. Это сейчас будет самый последний клип. Сколько мы снимали? Ну, не сказать, что рекорд, но просто было плотно. 7 часиков плотной работы, это хорошо. Можно больше, можно лучше. Будем делать. Как тебе сегодняшний день? Очень крутой. У меня такого еще дня в жизни не было, но я очень рада, что начинает аниме еще заниматься. Ну, в принципе, мне все понравилось, кроме Фросси. Вот.
А так все было отлично, все, спасибо за работу, реально ребята очень крутые, очень приятно, весело было работать, это время пролетело как будто вертолет. Всем спасибо, всем удачи и пока-пока! О, да, чуваки, мы закончили снимать наш клип. 7 часов. Честно, очень опыт большой получил я сегодня, то есть работа с командой. Я немножко устал, хотя по сути, ну, кто-то работает и 8, и 9 часов, и те, кто младше даже меня. Но я понимаю то, что это первый раз, это со временем, и все будет лучше и лучше. Поэтому я надеюсь, вам понравился этот видос, этот бэкстейдж. С вами был Женя Лизагуб, это был его YouTube. Всем пока!